Утилизацию старых брошенных автомобилей провели специалисты администрации города. Затрудняет освобождение дворов от автохлама поиск собственников, без согласия которых автомобиль трогать нельзя. Однако нашлись и те владельцы, которые были за утилизацию своего старого транспортного средства. Чаще всего об очередном авто специалистам округов сообщают мурманчане. Отметим, с момента начала действия программы с улицы дворов города вывезено около 4000 брошенных автомобилей. У нас на территории округа люди бросают свои машины, относятся к ним не как к своей собственности. Поэтому работы достаточно сейчас. Данная программа сейчас работает, и все обращения граждан, которые поступают не только в администрацию города, но и в управление Октябрьского округа, полностью отрабатываются.